на благую весть на Благовещение к Иисусу. Под этот праздник или несколько дней спустя поставить свечку в храме или поставьте свечу восковую дома, или насыпать ладан на перекрестке, или зажечь дома, сказать: Господи, тебе в дар, как благая весть в этот день пришла, так пусть и в мою жизнь такая же благая весть придет. Прошу тебя и заклинаю. В течение года к вам придет благая весть. Какая? Выбор Господа. Если нет ладана и свечей, то берите конфеты или монеты в дар, или покормите диких или бездомных животных. Ну, хотя бы хлеба или яйцо отнесите, по возможности, немного каши. У меня это ладан, мы насыпали его на алтаре. Это мелкий ладан, запах у него невозможный, просто какой-то. Просто как будто он зажегся. Очень мелкий ладан, но работать с ним сложно, его можно, в общем, только рассыпать. Но зато запах сразу же очень сильный стоит и долго стоит. И он там будет очень долго стоять. Но еще лучше на кладбище ладан насыпать. У меня это как бы действительно и кладбище, и перекресток, и укромное место, и пешее. Ну, как всегда, на кладбище. Но вы можете в любом месте или зажечь дома. Достаточно вам сказать эти слова. Или когда вы покормили. Или после вы идете покормить. Но лучше вы покормите животных, если у вас нет такой возможности какой-то. Птицам оставьте крошки. И сказать тогда.